Брамс – великий композитор. Сколько энергии и озорства в его танцах. Его характерный пунктирный ритм с длинными нотами и быстрые пассажи – все это наполнено каким-то энтузиазмом. Ну а меня зовут Юра, я скрипач. Сегодня я попробую сыграть венгерский танец номер 5 Брамса. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете? Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Я очень люблю венгерский стиль в музыке. В его основании лежат цыганские мотивы, и ему характерна изменчивость темпов и ритмов. Ну вот и все. Неплохо, по-моему, получилось. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.